Вон брусника. Я тебе про нее и говорю. Вон. Сейчас соберу. Вон что, вон видишь? Вон брусники сколько. Вон, Наташа, как раз наберешь ты. О, сейчас я. Ух, вот я про нее и говорю. Ага. Ну-ка, баньку снимем. Давай снимай, внутрь надо еще зайти. Тоже снимай, ты меня потом сфоткаешь, ага. Ладно. Наташ, иди посмотри. Бабочка, Саш. А? Блин, красивая бабочка. Чего? Ну, бабочка красивая. Помнишь, когда с Андреем как-то ездили? Где она? Ой, ну подходи, она сейчас улетит. Подожди, ты ее приготовь. Я снимаю просто. А, ты снимаешь? Блин, открыла бы. Да нет, она ничего не влетит никуда. Она не улетит, но она такая красивая. Ну, возьми, спугни. Нет, она крылышки просто, а хочется... Ну, возьми, она... возьми. Во-во-во, открывает. Быстро. Пойдем в баньке посмотришь. Да? Вот тогда, ой, а то оставили лук даже, что а ли? А все есть тут у них. Вон, даже веник кто-то приготовил. Ой, какой домик. Давай, а, ты снимаешь же, да? Ну. Вон, смотри. О. Вон печка, вон матрасы, все здесь. Ага. Вон, видишь? Ее можно затопить. О, затопить. Два лежака. Ну это когда холодно уже, да, все, можно да. Здесь это. Ага. Ну заходи, посиди. Ну-ка, меня сфоткай. Сфоткать просто? Ага, просто.